Кстати, я скоро даю концерт. Да, а где? В Италии, в Венеции. Я бы сходил. У меня идея получше. Мы поедем в Венецию всей семьей. Ты серьезно? А спать будем в трейлере. Бог не дал мне слуха. Из-за прицепа двигатель перегрелся. Какие есть варианты? Один механик дал мне дельный совет. Чтобы охладить движок, нужно включить печку на полную. Ты сделаешь из нас яичницу. Чёртов грузовик! Да успокойся, успокойся. Он мог расплющить нас в смятку! Драный петух! Всё хорошо. Добрый день. Талоны на питание принимаете? Нет. Ладно. Баба, мама, Рафики.